Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Всех приветствую на данной серии. Сегодня мы продолжаем проходить Dead Space или Dead Space. Вот, но прошлый раз мы с вами остановились вот здесь вот, на какой-то вот, скажем так, плантации, где выращивают, ну, типа, продукты всякие, вот. Но где нас ждет что-то очень большое, к нам сказал наш тиммейтыша, скажем так. Ох, как это назвать-то? Короче, как нам сказала наша подружка, да, вот эта вот, которая нам вот это звонит, говорит, что вот сейчас разблокирую, и в итоге мы их в прошлой серии, кто не видел, мы вот в правом углу, вроде в правом или в левом, короче, в каком-то из верхних углов сейчас выскочит, вроде в правом, выскочит сейчас подсказка для вас. Можете посмотреть, кто не смотрел прошлую серию, посмотрите. Вот, и мы продолжаем проходить, поэтому сразу же поудобнее. Заваривайте чай, кофе, покушать, полядик обязательно. Хорошее настроение, если его нет, то оно сейчас появится, я надеюсь. Приятного просмотра, а мы начинаем. Так, короче, смотрите, что у меня есть. У меня... О, нихуя. Так, у меня есть штуки, которые можно продать. Опа, подожди-ка. Так, куда нам? Мы пришли отсюда, да? А туда можно? А, да. Наверное, мне нужно радоваться, что с Хэммондом все окей, но я ему не доверяю. Он что-то скрывает от нас об обелиске. Ну да, обелиск. Да. Так, текстовое сообщение. Отчет химической лаборатории от профессора Г. Джиггервальда. Кому? Доктору Э. Кросс? Элизабет. Элизабет, не сомневаюсь, ты уже слышала о странной органической форме, которая была обнаружена на стенах различных отсеков. Я проанализировал эту субстанцию и думаю, тебя заинтересуют результаты. Клетки по своей структуре напоминают бактерии, только с вирусным поведением. Как и бактерии, этот организм инфицирует другие клетки посредством осмоса. После чего начинает бурно размножаться. Удивительно то, с какой скоростью происходит это размножение. Одна единственная бактерия всего за минуту произвела 20 своих копий. Я никогда не видел ничего подобного. Могу поставить на кон свою репутацию, но мы имеем дело с инопланетным организмом. Профессор Хоули выдвинул теорию, что колония таких бактерий предназначена для изменения окружающей среды. Они выделяют какой-то газ в неимоверных количествах. Вот почему в пораженных отсеках стоит такой мерзкий запах. Но к чему это все приведет в итоге? Я обязательно напишу, когда появится что-то новое. Но к чему все это придет в итоге? Я обязательно напишу, когда появится что-то новое, Генрих. Вот, короче, инопланетяне, ясно. НЛО, да, вот это шо, вот это НЛО, бля, прилетело, все. Нихуя себе. Не-не-не-не-не. Пишов ты нахуй, блядь. С такими концертами. Пишов ты нахуй, блядь. Так, здесь ничего нету. Здесь для меня ничего нет такого, что... Так, какой-то тек, нам мы скорее туда пойдем. Это 100%. Либо в этой, либо в следующей серии. Бля, лута нету? Ну, нету. Так, давайте-ка продадим то, что у нас есть. Потому что деньги-то нужны тоже, да? Батарея резака. Это для чего нам? Где она? Наконец-то. Давайте сначала продадим, что у нас есть. Вот это продадим, да, вот это. Плазма энергии, ебать, насколько, смотрите, всего. Не буду каркать, конечно. Давайте-ка я куплю силовой резак. Бля, или не стоит, или ну его нахуй, бля. Ебаный вырубь, бля. Сколько стоит батарея? Блядь, не туда. Так, батарея у нас стоит... Скинюки две! Да иди ты нахуй, блядь. Тут импульсивные заряды, блядь. А, ладно, плазменная энергия 1200 стоит. Ёп, импульсивные заряды стоят 1250. Ну ладно, возьми магазин, так же стоит. Так, ну давайте тогда силовой резак купим. Ладно, попробуем, что это такое, да? Если зайдет, то зайдет. Если нет, то ну и... И ладно.
Где оно? Так, для пистолета. Батарея, батарея, батарея. Ну, как раз одну и купим. Посмотрим, что это такое, блядь. Вот. Так. Подожди-ка. А, во. О, видал? Видал? Не, ну ты видел? Не, ну ты видел, что оно умеет? Не, ну ты видел? Я такого не видел никогда. А ты, надеюсь, видел, блять. Я думаю, может сохраниться сначала. Давайте-ка сохранимся сначала. Погнали, нам сюда, да? Да, нам сюда. Let's go. Бля, зря это сделал. А, да? Не, ну ты подожди, блядь. А, так подожди-ка, блядь. Я в каждую дверь зайду. А, закрыто. А, ну ясно. А, ну ясно. Чисто чтобы, да, поглазеть. Ну понятно, все ясно с вами. Все понятно. Здесь нихуя нету, да? Ну, бля. Просто поглазеть, что ли, лишь? Либо же от кого-то убежать. Спрятаться. У нас, вроде, я помню, была такая серия. С подобной шнягой. О, верстак есть. У нас узел есть? Узел даже есть, прикиньте. Не, ну ты прикинь. Не, ну ты прикинь, что у нас есть. Это вообще жесть. Ты представь, у нас есть узел с тобой. Так, что мы с вами будем качать? Я думаю, все-таки может броню или здоровье. Плазменный резак мы с вами прокачали. Урон чуть-чуть. Тогда посмотрим. А, я здесь могу только воздух, да? А давай-ка оставим. Давай-ка оставим. И ты мне напишешь в комментариях, что же прокачать. Хорошо? Ну, если не напишешь, что я обижусь и сам прокачаю. Это закрыто. Опа, плюс косарик. Блядь, забери. Так, чешо, куда нам? Нам сюда, да? Ну да, видимо, тут от кого-то надо будет бегать. Видите, тут такая хуйня есть. Сука, блядь. Так вот, надо будет бегать, короче. Это обидно. Ну ладно, let's go. Я уже слышу кого-то, блядь. А, да. А, да. Ну, было страшно, кстати, чуть-чуть. Чуть-чуть было страшненько. Ну да, вот мне, видите, эти вентиляционные хуйни, блядь. Сейчас мы, короче, оттуда, блядь, оттуда побежим от кого-то. Вот чё, а чё это? Тогда проверим, что у нас есть с тобой. У нас с тобой есть три аптеки целых, понимаешь? Так, я сразу проверю. Тут полные патроны. Здесь полные, здесь полные. Ну, здесь тоже полные, считай. И здесь тоже полные. Ну, погнали. А, да. Куда нам? Ну, понятно, блядь. Поехали. Сука. Куда нам? Дай-ка лучше соберу для начала. Ну, понятно, сейчас вот я тебе отвечаю, что здесь будет. Я могу с них убежать, смотри, что могу. Здорово.
Беги. Здорово. Ой, блядь, здорово. Бля, ебать вас тут. Я в шоке. Я в шоках. У меня обязательно с ними драться или что, блядь? Да, блядь, блядь. Наверх, наверх. Все, нахуй. Кто, блядь? Ну ты видел, да, и сколько там? Нам с тобой еще выше, ты понимал. Да, они сейчас здесь повыпрыгивают все. Куда, блядь? А, да. Нам либо он туда, либо я хуй знаю. Ну так и знал, блядь. О, понятно. Ну погнали вниз еще. Там такая же ситуация, да? Где они, блядь, хотя бы? А, вон они, смотри. И смотри, вон они, блядь, смотри. Смотри, их там раз, два, три, четыре, пять вообще. Пять. Таких монстров тут пять. Чтоб ты понимал. Так, а здесь... Так, о, давай-ка сохранимся сразу же с тобой, на всякий случай. Тебя в такой лучшей ситуации не сохраняться, блядь, но мы сохранимся. Так, а здесь что за хуйня? А, ну понятно. До свидания, нахуй. Пизду, блядь. Я рот ебал вашу. Конечно, смотри, где эта маленькая хуйня, блядь? А вот она, блядь. Так. Да ну нахуй, блядь. Ты прикинь. Там монстр. Там, блядь. Тут нахуй. Охуеть. Ну погнали чё, блядь. Блядь, а можно? Рубиловку устроим сейчас с ними, блядь. Подожди, я могу отсюда их пострелять здесь еще? Поехали. Готовы, блядь? Смотри, какая рубиловка, бля. Перевержаюсь. Погнали, блядь.
Ля, ты смотри, что творится. Ты видишь это? Не, ну ты это видишь, да? Ты прикинь? А, блядь, нихуя, а ты откуда взялся, блядь? А, ты чё, мразь? Ты такой думаешь один, что ли, здесь? Ебать, ты смотри, сколько их тут. Бля, скажи тут все, пожалуйста. Ты при... А, у меня даже этих не осталось, прикинь, аптек. Блядь, вы это видели? Ты смотри, сколько тут, ёба народ, блядь, я в шоке. Ты посмотри, сколько тут всего, блядь. Я на... Не, пошли сначала найдем. Нам с вами что нужно? Правильно. А, охуенно, сюда, да? Охуенно. Подожди, блядь. Блядь, ты смотри, сколько их тут. Это просто мясорубка, ребят, вы видели? Ну-ка, сейчас их поменьше тут, блядь, потому что эти удалились, блядь. Здесь какая-то хуйня, кстати, блядь. Кажется, здесь мясорубка сейчас будет пиздец какая, бля, буду вам. Не-не-не-не-не, иди нахуй. Так, а где? Подожди, а вон. Вот. Тут две такие, прикинь. Ты прикинь? Тут две такие хуйни. Охуеть. Так, пошли-ка сохранимся с тобой и... Точнее, поехали. Нам на третий. Сохранимся с тобой и погнали дальше. А, во. Кстати, нашли что-то. Батарею, ага. ХПшку. Бля, их просто немерено было. Вы видели, да, сами? Ну, это просто мясорубка. Так, нам туда с тобой сейчас идти? А, нет, нам выше. А, куда на 30-то? Стой, на второй. Что-то я перепутал слегка. Бля, жесть. Давай на один этаж ниже, блядь. Я извинись. Ой, я извинись. А, охуенно. Охуенно сказал. Извиняюсь, чё. Я перепутал просто слегка. Бля, ну там, вот тут, короче, и вон там какие-то твари сидят две. Он слышит, да? Вот это сейчас, это будет самое жесткое, что только есть, я думаю. Не понял, блядь. Чё сейчас было, нахуй? Что-то сейчас было, блядь. Ну, труборез реально, вот... Труборез? Труборез. Он прям пиздец решает. А, не, нахуй, погнали. Вот реально труборез, когда согласитесь, он прям решает пиздец как. Труборез это... Блядь, тут реально наверху еще этих тварей, пиздец. Не, по-моему. Это капец. Тут, смотрите, тут же не зря столько вот раз взрывательная шняга, да? Вон там две. Нам вот сюда с вами идти, где этот хуйня. Есть. Система питания. Замена питающей цистерны. Замена питающей цистерны. А, ну это понял, бесконечная хуйня, да? Ну что, погнали?
Затравлен этот газ. Здорово. А, да? Столько легкая хищня, да? О, ну пиздец, ребят, все. Вы их слышите, да? Поехали, давай, давай, давай. Ну что ты мне, блядь, сделаешь теперь? Сосешь ты в этот раз, блядь. Я тебе, бля, буду. Отсосешь, блядь. Блять, что за... Всё, залутали. 303, блять. Ну, они тут, суки, да, стоят? Да, давай. Иди сюда, блять. Ой, ёпта, вот это сейчас было очень плохо. Давай. Здорово. Дай хпшку, пожалуйста. О, по-братски, от души. Здесь хпшка? Блять. На, хуй тебе в ротик, блять, тут. Так, ну, короче, на турборез. А у нас еще есть на турборез. Вот это да. Так, дайте-ка я еще раз пойду сохранюсь. Не, я, знаете, я человек. Я человек такой, блядь. Вот это вот один раз я прошел, когда я вот не сохранился, и все. И ББ, блядь, и все заново. Поэтому вот так вот. Тут сохранялок нету. Да? Да. Поехали, бля. Чувствую, что сейчас после второй пучи будет это капец. Скорее всего, будет много этих штучек после вот этой хуйни. Бля, я так заебался, честно, с этой хуйней. Тихо, тихо. Снова я напиваюсь. Снова говорю, панка. Снова напиваюсь. Снова говорю, панка. Мы несовместимы, у меня пустой карман. А. Поехали на первый. Ну, было всего два монстра, да? После того, как я ту убил штуку. Вон ту, вон там вот. Два монстра. Один ко мне заскочил туда, блядь. А второй это вот этот мелкий хуй, блядь. Ползающий. Опа, это что за хуйня? Понятно. Нам сюда, да? Ага. Давайте-ка пробежимся сначала. Посмотрим, здесь лута точно больше нигде нету. Потому что, знаете, вот это вот не надо, чтобы не было лута. Что я все уже залутал почти. А вы сами знаете, если залутать, то такое. Да ёж там мать.
Давай, сука, блядь. Я слышу сзади. Сейчас туда заскочит. Я, бля, буду. Смотри. Проверяй. Сейчас через эту хуйню проскочит. Больше не видишь, да? Давай, бля, я тебя жду нахуй здесь. Давай, нахуй. Поехали, блядь. Иди сюда, мой телепузик, блядь. Да это такой себе. Давай, блядь, отстаньте. Блядь, они меня захуярили, прикиньте. Твою ж там, мать, блядь. Ладно, я понял, как надо сделать. Окей, я потрачу один диск на них просто, и все. Есть что труборезы, я говорю. Что труборезы. А, охуенно, окей. Видите, не зря сохранялся, не зря сохранялся. Сейчас, короче, быстренько, прям быстро бежим. Подожди-ка. Какие-то две хуйни появляются здесь тоже, блядь. Одна такая безобидная, а вторая есть вот эта, блядь, которая восстанавливается, это такой себе. Вообще, вроде он один. Мы его заморозили. Oh, fuck you. Поехали. Я тебя слышу, тварь. Так вот решаются дела. Куда нам дальше? Нам сюда, да? Кредиты. Понятно. Не, ну тут реально великолепная игра. Просто классная игра. Очень классная игра. Куда нам дальше с тобой? Нам с тобой на второй этаж, да? Сука, я так и знал. Поехали на второй. Ой, блин. Конечно, просто мясорубка, реально. У нас с вами еще патрон. Ну, кстати, реально есть. Дай бог, что они еще были. Тут еще у нас для силового есть, прикиньте. 5 патронов для силового... Для силового батареи, видите, для силового резака. Вот для вот, вот этого. Вот этого, нахуй. Потом попробуем его с вами. Так, поехали. А, не, подожди-ка. Сейчас. Fucking go. Нам сюда, да? Нам сюда. Ну шо, поехали, блядь. Бля, ну это сейчас будет пизда с вами, ребята. Я вам, бля, буду. Сука, на всякий случай, нахуй. Дай-ка сейчас.
Да пошла ты нахуй, блядь. Не пугай меня, блядь. Поехали, блядь. Блядь такая. Давай, давай, поехали. Что ты, блядь? Прости, не хотел тебя. Отсосешь, сука, блядь. Блядь, они их хавают. Блядь, мне пизда. Твари, блядь. Оп, сюда залутали на базу. О, еще аптечка большая, прикиньте. Вот это вот тема, кстати, вот эта тема. Блин, для турбореза больше нет. Вот этого жалко, что ли, турбореза больше нет у нас с вами. Ничего. Так, а нам теперь туда идти. Короче, тут все монстры, да, я так понимаю. Все монстры появляются, а потом такие... О, папа! Что? Почему тут папа, блядь? Блять. Нам как раз таки все. Погнали, сохранимся сразу же. И поехали. Да ну нахуй, ты кто, блять? Ты что за тварь вообще? Ты кто, бля, дядя, нахуй? Я, конечно, все понимаю, но я твой рот шатал, блядь. Да ну нахуй, кто, блядь, ребята? Не, вот эти проще, блядь, их хуярить, бля, буду. Это чё за... А, да? То есть вот такая хуйня? Отъебись он нахуй! Поехали, блядь. Давай, давай, иди сюда, блядь. Прикинь, все патроны просто спиздили у меня. Не, ну ты прикинь. Дай-ка для меня для турбореза-ка нахуй. Какие-то штуки надо разбивать, да, я так понимаю. Ты прикинь? Они взрываются еще, нихуя, блядь. Это, блядь, новость. А, и нихуя не выпало, да, еще? Тебя просто так, да, за лупой занимался сейчас? Дай-ка я отойду, блядь, сейчас. Подожди-ка, нахуй. Ты прикинь, еще и ничего... Бля, я рот ебал. Так, подожди-ка. Поехали, снайпы поханяем. Похуй, давай. Всю лизеры и всю потратим, блядь. Да? Правда, что ли, блядь? Правда, да? Ты смотри, что творит. Не, ну ты посмотри. Ты это видишь, да? Что-то нам хуйня понадобится, так понимаю. Ну, от души что дал мне это? На это. Это нам пистолетик нужен, блядь, 100%. Потому что, блядь, снайпу неудобно ходить.
И чё здесь? Что? Ебать, это что за хуйня? Зона невесомости. Куда нам надо с вами? А, ну. На вас-то похуй, блядь. Куда, блядь, дальше-то нахуй? Иди сюда, блядь, тварь, нахуй. Где ты, блядь? Вот и все, и вот там и путайся. Ты правда, что ли, блядь? Я же тебя отъебу сейчас, давай. Ай, блядь, что? Это все нахуй. Где еще одна, блядь? Где она, блядь? Я просто ее не вижу. До свидания, ёпта. До свидания, ёпта. Так, погнали. Погнали за этим сгоняем. За бабками для начала. А все, мы больше нету, блядь, что ли? Ты прикинь, больше нету. Все, теперь погнали. Не, прикольная игра, да, ребят? Прям мне очень нравится эта игра. Сверх нравится. По детализации очень прикольная. Она очень классная. Так, а там этот хуй ничего не оставил? Оставил. Для чего? Опа, батареечка. Так, подожди, я теперь запутался. Куда нам? Нам куда? Нам вот сюда. Ну, с тобой сюда. Сейчас какая-то хуйня будет, я уверен, блядь. А, ну я так и знал, здорово. А где лут-то, блядь? Отдай! Ну ты прикинь. Не, ну ты прикинь, чё она? Блять, хуйня, блять. Зона гравитации. Так, у нас с вами винтовочка дохуя. Бенту винтовочка сейчас. Поехали, блять, чё. Подожди, а там реально лута нету? Бля, я прям слышу, там какая-то хуйня мерзкая. Ебать. Ну ты понял, да, что было сейчас? Короче, я надеюсь, здесь монстров... А, ну да, не будет. Оно и видно, блядь, как его никак не будет. Сюда.
Капец. Ой, блядь. Дядя, нахуй, держись. Погнали. А, ну, блядь, я так и ждал тебя, нахуй. Здорово, блядь. Да ну вас, нахуй, вы серьезно, блядь? Куда? Спасибо. Там вверху какая-то тоже хуйня была. Ну, поехали. Дай аптек, пожалуйста, аптек, аптеки дай мне. О, еще узел нашли, ребята, с вами. Да дай ты мне аптеку, блядь! Ну ладно, за это тоже спасибо, это нужная тоже хуйня. Это напряженная музыка, честно. Здесь больше ничего нету. Смотри, сука. Мы вниз, да, едем, так понимаю. Вообще даже наверх, но мы вниз едем. Прикольно, да, сделано, типа, прогрузка какой-то локации. Я так понимаю, это как прогрузка какой-то локации сделана. Приколдесно сделано. Охуенно. А у меня патрон... Пиздата. Ноль. Почти. Конечно, у нас с вами... Везде по обойме, и осталось только для тру... Для трубореза и... Не хочу с вами драться, отстань. Отстань от меня. Все, отъебись. Я не хочу с вами драться, все, отстаньте от меня. Твою же мать, блядь. Да ну и нахуй, блядь. Сейчас тут какая-то хуйня, да, у меня появится, блядь, как всегда. У меня на пути, блядь. Подождем, блядь, что. Я тебе вангущий, какая-то хуйня будет. Музыка не просто так такая. Да и, бля, открыть нахуй. А, да. И куда нам? А, да. Здесь должно быть спокойно. Да, здесь должно быть спокойно. Короче, смотрите, видите, мы очистили. Одну часть мы очистили с вами. Сделал, конечно, серию длинной, блядь. Давайте-ка сделаю длинную ее.
то то хотя бы мы все в серию уложим. Так, у нас с вами что есть? У нас с вами есть, ага. Нам 100% нужно. Давайте раз, два. Потом нужно с вами что? Блять, среднюю аптечку не хочется брать. Давай я лучше раз, два возьму так. И возьму... Что у нас есть еще с вами? Подожди. У нас с вами есть плазменная энергия 12. Угу. Два леза для турбореза, блядь. Турбореза возьмем. И, в принципе, мне этого хватит. Я надеюсь. Все, let's go. Сейчас еще раз сохранимся сейчас. Или оставить на следующую серию вот эту вот, очистку вот этого. М? Как думаете? Давайте сейчас. Не хочу, блядь, тоже долго проходить игру. Не очень хотелось долго проходить прям игру. Ну, естественно, нахуй. Ну, давай, блядь, погнали, блядь. Охуенно. Бать, тут все поломано, кстати. Давайте сюда зайдем сначала. Верстак. Больше ничего, да? Угу. Да ты-то заебал меня, блядь. Да ты, ну сука, блядь. Не дай бог ты мне не дашь, блядь. Нормального, блядь, этого. Дай мне, блядь. Да? Ну, пизда ты придумал, блядь, чел. Сука, блядь. Взял, спиздил аптеку, блядь, просто. Аптеку, блядь. А, и дали хуйню. Ну, нормально. Нормас. Как всегда, в принципе. Ну, ладно. Поехали дальше. Сука, блядь. А? Давай. А ну давай. Ты посмотри, сколько. Вот здесь вот нормально лута, да. Большая аптечка еще, ёпаный. Бля, я думаю, лучше сейчас давайте вернемся, патроны купим. Максимально патрон купим. Погнали. Ебать, дали бабок. Вот это да. Кажется, еще аптеки куплю. Сейчас, секунду. Поехали. Пиздец. Так, давайте купим плазменную энергию 100%. Раз, два. Дальше купим еще лазерный магазин также. Купим малую аптечку. И на последние деньги купим, блядь, я думаю, все-таки... Лазерный магазин. Он понужнее. Он как раз против такой хуйни, бля, которую видите на стене, блядь. Итого у нас нормас пойдет.
Поехали, все. А, сохранится. Секунду. Сохранились с вами. И поехали. Я ебал того шнитель, блядь. Ебал того шнуль, блядь. Я думал, не восстали, нахуй. Ну, такое себе, блядь, было бы. О, намаз. А, да? В восточной теплице обнаружена растительная аномалия. Восточный? Нам сюда идти, в любом случае, с вами, ребят. Ты ебало свой нов, пожалуйста. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Пиздата, сука. Да ебаный, сука, сыр. Здорово. А на тебя эта хуйня не действует. Бля, точно, я забыл! Я забыл, прости! Беги нахуй. У него эта хуйня не действует, я забыл. Ну я ебал того, что там за хуйня? Погнали. Давай на срок. Поиграем с тобой, блядь. Вы слышали это? Я сомневаюсь, что это носорог вот этот, блядь. Ага. А, это он, блядь, ну... Проебал момент, но он перезаряжусь хотя бы. Ага, проебался. Погнали сзади его хуярить. Блин, вот этот, конечно, противник такой себе. Он очень долгий просто сам по себе. Вы помните, да? Он сам по себе очень долгий. Прям ко мне бежит, смотри, блядь. Здорово. Пошли залутаем что-нибудь, блядь. Еще не залутать надо. Успей одну залутать. Это хуйня там какая-то. Там какая-то хуйня, блядь. Какая-то хуйня. А, фу. Ты прикинь. Он сам по себе, что ли? Силовой узел, кстати. Силовой узел. Бля, ну это было жестко. Это было жестко, ладно. Ну, типа, не то, что жестко, прям, это просто было долго. Просто забыл про него что-то прям очень жестко. Так, ну, значит, здесь будут жесткие, да, я так понимаю, блядь. Челики. Понятно. Давай-ка лут сначала весь соберу. Сгоняем на второй этаж. Да, тоже три этажа, как раз таки. Давайте сгоняем, посмотрим, что там для начала. Первым делом, блять. Потому что я ебал рот того. А, и сразу две, что ли?
Погнали, посмотрим, что там у нас наверху, бля, творится. Для начала. Да, надеюсь, нет никакой хуйни здесь, блядь. Да? Да? Ну, охуенно ты придумал, блядь. Угу. Короче, сейчас будет супербосс, да, у нас, я так понимаю, с вами, блядь. Кстати, да, тут такой себе, честно. Давай посмотрим, что тут. Здесь такая же штука, ага. Сохраним. Три узла уже нашли, ребят. Три узла сами нашли. Я предлагаю вам тут остановиться, потому что, ну, это жесть, это жесть. Спасибо вам за просмотр. Кто не видел предыдущей серии, плейлист вот в описании, в принципе, и в правом или в левом углу выскочит подсказка на плейлист, посмотрите, в принципе, серия. Игра очень интересная, вам, ну, мне лично реально интересно. И вам, я надеюсь, тоже. Вот, в принципе, для 2007-2008 года эта игра прям вау, вау. Все. Спасибо за просмотр еще раз. Увидимся в следующей серии. Давайте.